Ну, раз уж речь пошла о вышивке, сейчас я вам покажу своего тигра. Это тигр от фирмы Матрёнин Посад. Это последняя у меня от этой фирмы вышивка должна быть. Этому тигру уже 3 года, как он со мной живет, и я все никак к нему не могу приступить. Ниточки я делала самым подбором от фирмы ПНК Кирова. Ниточки хорошие, яркие. Тигр должен хорошо получиться. Но я все отвлекаюсь. То мне это надо сделать, то другое. То вот без корнюшки я без конца делала кривульки. А тигр у меня уходил на последний план. Ну, я думаю, что на даче я не буду отвлекаться. Доделаю петушка и обязательно сделаю тигра. Это последняя от этой фирмы у меня схема. Я больше такой фирмы вообще брать не буду, потому что неточные разметки, схема смещенная, и все время надо угадывать, какой же цвет тебе надо вышить. Поэтому я очень долго мучилась, мне такие схемы уже дарили. Я и сама покупала по неопытности. Сейчас, конечно, я уже не буду такие схемы покупать. Ну, обязательно тигра доделаю. Мне он очень нравится. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока. На данном этапе тигренок мой завершен. Вышивала я его крестиком и полукрестиком. 2 ниточки. Не стала я вышивать его в 3 ниточки. Канва мелкая. И в 2 смотрится довольно-таки замечательно. Что хочу сказать по подбору ниток. Нитки я подбирала вот по этому ключу, по цвету. И когда начала вышивать, цвета не стали совпадать. И поэтому мне надо было по новой все заменить. Ниточки у меня ПНК Кирова. Вот это вот я показываю остатки, то, что у меня осталось. Ниточки я брала из своих запасов. Некоторые их осталось совсем мало, но их и было немного. Ну и новые кировские ниточки. Здесь у меня игольница. Сейчас эту работу я постираю. И специально еще раз сделаю видеосъемку, чтобы посмотреть отличия в цветах, потому что сам фон сейчас смоется, останутся только ниточки. Вот и закончила я вышивку со своим тигренком. Работу я постирала, всю лишнюю убрала, все ниточки. Снимаю при лампе, включила свет, потому что у нас на улице очень пасмурно, поэтому цвета, конечно, не соответствуют. И сейчас вот начала рассматривать внимательно и увидела, что в одном месте, вот здесь вот, у меня не дошито. Сейчас надо будет мне дошить этих несколько крестиков. Так, работу хорошо отутюжила. Край здесь обработанный у меня зигзагом. Чего не сыпется, хорошо. Ну все, с этим тигром у меня закончено. Тигра я вышивала быстро, примерно я меньше месяца даже потратила на него. С перерывами, конечно. Ну что ж, девочки, рукодельницы, всем пока-пока. До новых встреч. Заходите на другие мои страницы, смотрите другие мои вышивки.